Символ. Блин, ты где? Где-то здесь должен быть. Полетел. Сейчас на него прям спрыгнуть. Где этот символ? Я думал, что я правильно думаю, что он здесь. Оп! Это было уже с отчаяния. Да. Конечно, иди меня пожалей, да? Я не понимаю. Где-то где он может быть поныкан? Все, нашел я его. Вот он. Походу. Да. Ну что, залазил? Угу. На чем они на этот раз будут нас пытаться поймать? Постоянно что-то новое такое придумывают, и постоянно на предыдущих частях мы фейлимся немножко. 90% сигналов ввода отсутствуют. Сигналы ввода перепутаны. Отключиться. Отключиться. Отключение не работает. Я в ловушке. Загрузка. Так. Россия. Ельцин, он, смотри. Ага, железный занавес. Разорван на части. Перестройка, понятно. И друзьями России стали многие персоны. Но самый влиятельный товарищ остался в тени. Многие персоны. Смотри, где много людей. Вот левая фотка. Видишь, много народа. Кто-то в тени остался. Август 1991-го. Ельцин, названный защитником народа, борется с коммунистической угрозой. Горбачев теряет популярность. 93-й год. Ельцин распускает парламент и захватывает власть в России. Указ 1400. Конституционный суд распущен. Опа! Ты видел, что у него? Оператор, посмотри на спине. Ниже, ниже опусти. Ха! Ага. Это, может быть, он в тени как раз и есть? Точно. Это глазастая. А ты по нему так провел, я смотрю, что за фигня такая. А я провел, слышу, что что-то брякнуло, но не пойму, а зачем? Как бы надписи никакой нет же. Это было. Давай еще посмотрим. Давай. Интересно же. И... 91-й. Тайная встреча в Беловежской пуще. Ельцин смещает Горбачева и становится правителем России. А-а-а. Это вот на что отреагировал. Я что-то даже не заметил сначала. Ноты. Перестройка. Мечта о демократическом государстве. Что-нибудь здесь есть? Нет. Оп. Экономика России открыта для частных компаний и олигархов. Ельцин распускает парламент, после чего Конгресс США выделяет России помощь в размере 2,5 миллиарда долларов. Короче, ну их нафиг. Пошли отсюда. Ладно. Давай решать загадочки. Ага. Так. 34 равно 9, правильно я понимаю? Соответственно, напротив пятерки нам нужно... неизвестно что. Нужно
смотреть, как считается, или здесь опять что-то... Нет, слушай. 42-42 уже, получается, не считается. Девять, 13, 42, 42. Вот эти два раза 42 меня напрягают. Это значит, что здесь не математически, что ли? Давай остальные посмотрим. Давай. Как они сходятся. То есть 34 у нас и 9 не совпадает. 24, допустим. Ага, 20 у нас нет. 20 у нас нет. Ну... Логично предположить, что 20 будет здесь. Правильно? Ой. Вот на этом пустом месте. Ну да. Тогда... на шестерке у нас получается 27. То есть, может быть, в этом и суть как раз. Интересно. У тебя есть какие-то мысли? 13, 7. Нет, точно. На единичке у нас что-то между 27 и 34. Ну да, подходит вроде. А здесь других цифр не было, mm-hmm. по-моему. Да. Хорошо, давай на 33 остановимся. 33, 2. То есть вот так. И на восьмерке у нас 13. Mm-hmm. Правильно? Да, правильно. И по той же логике тогда 34, 9. А напротив пятерки у нас будет что-то между 13 и 22. Восемнадцать? Ну, получается... 20, а, 18 и 20, да. Неправильно. Ну, а в других местах у нас, по-моему, не было... вариантов других, да? А давай подсказочку послушаем еще. Последовательность чисел в шифре выглядит случайной. Не знаю. Должен быть цифровой ключ, который все расставит по местам. Цифровой ключ. Ты доделать что-то хотел? Нет, не получается. 20 ты хотел. 20? А, точно же, 20. Вот. Ну... Получилось. Загрузка. Господин Ельцин, я пишу это письмо, чтобы побудить вас к действию. Вам предоставляется уникальная возможность. Горбачев далек от наших интересов. Он слишком медленно продвигает приватизацию. И я боюсь, что он совершенно не собирается осуществлять ее. Насколько мне известно, вы также выражали обеспокоенность по этому поводу. Учитывая все это, я предлагаю следующий план по исправлению ситуации. Мои советники из компании финансируют Старую Гвардию в рядах Компартии. И они сообщают мне, что коммунисты могли бы поднять мятеж, когда Горбачев будет в отъезде. Если вы защитите парламент от мятежников на виду у СМИ, то чаша весов, вероятно, склонится в вашу пользу. Я в номере 10. Позвоните мне, и мы обговорим детали. Все гады предатели. Загрузка. Ага. О, это уже ты... Это уже я... Погодите, то есть нам надо эту подтянуть, получается, этот... Вот так. И...
Не, стоп. А что-то фигня какая-то получается. Так, стоять бояться. Я что-то не понимаю. У меня ничего не получается. Вот так. Теперь надо немножко... Так стыкуется. Так. Сильно не так получается. О! Банк Альфа. Я звоню от имени British Petroleum. Да, мы ждали вашего звонка. Как вам известно, мы весьма заинтересованы в приобретении Седанка Ойл. А насколько вам известно, для этого вам придется слиться с нашим банком. Это не проблема. Вас удивила такая низкая цена? Немного. Вы знаете, что за все заплатят рабочие? Деньги на покупку всех этих компаний мы получили у правительства. Мы бы хотели как можно быстрее вылететь туда и обсудить условия. Встретимся в четверг. Договорились. Спасибо. До свидания. Абстерго Индустриз. Я звоню от имени BP. Мы летим в Россию подписывать соглашение. Новоявленные капиталисты ведут себя, как мы и предполагали. Я доложу им. Спасибо. Загрузка. Нашли столько лохов, конечно, там. Там. У него облик спасителя, однако его действия доказывают, что он самозванец. Ну давай, мастер по шахматам. Я уже забыла, как я в прошлый раз ходила. Так. А как-то все поменялось. Она ладью съела. Ушла с линии, видишь? Угу. Так, сейчас. Там вон подсказка какая-то есть, но не совсем понятно. Погоди. Не-не-не-не-не. Не мешай мне. Так, это я сюда. Все странно как-то. У него облик спасителя, однако доказывает, что он самозванец. То есть нужно открыть наоборот, получается, так что ли? Нет, тут можно офицером походить, ну то есть вот этим, да. Но толку никакого. Я так понимаю, мы сюда можем его поставить? Его съедят просто тупо. Нет, я бы не стал пока ставить, потому что он... Так нет, но нам-то надо походить так, как... Мы по-другому все равно не сможем походить, кроме как задумано. Не-не-не. Коня налево, нет, вот напрямую, вот на эту сюда, да. Угу. Загрузка. Зона карантина. Опа. О, так. 99-й. Ельцин делает все для того, чтобы власть перешла к его протеже. Владимиру Путину. О, вторая. Так, хорошо. Где-то вот здесь. Раз. Два. Третья еще где-то. Черт. Карантин снят. Понятно. Так, а теперь я вижу флаг где-то, вон он. И
Нормально. И теперь в логово пошли. Логово у нас где-то. Во дворе было. Да-да-да, во дворе там. Стоп, а здесь купить можно много всего. Давай купим сначала. Подходите, друзья! Давай. А ты потом забудешь. Да. Я могу. Я даже не забуду. А еще я продаю тончайшие белье. Никаких колючих гульфиков. Никаких колючих гульфиков. Кто там ворчит-то? Совершенство не имеет цены. Нет, все-таки имеет. И не он, что ли? Банк, банк. У нас банк переполнен как раз. Сейчас мы сделаем банк и снимем деньги. Деньги давай. Оп. 80 тысяч теперь можно накопить, инвестиции. Ну давай заинвестируем, а то что стоит без дела. На большой выбор оружия для верных. Тем более, что Uplay до сих пор себя ведет нестабильно, а все эти инвестиции работают исключительно с рабочим Uplay. Зачем он это делает? После недавнего повышения температуры горячие источники стали опасны для здоровья. Советуем паломникам держаться подальше от людей. Вся конюшня. Цыц. Разорался там. А вот еще тут, ага. Угу. Прекрасный портрет папы Григория. Настоящая древность. О, тоже 10 из 10. Думаю, прям вообще. Посмотрите, выцветшие краски. Пятна плесени. Осторожнее, друг. Фига. А давай-ка посмотрим это картины тут, может быть. Даже есть вся да, что-то есть новенькое. Раз. Два. Дорого. 20 тысяч. Карта сокровищ. Во. Спасибо. Все. Заходите еще. Тебе спасибо. Подожди, у нас там колодец не куплен. Плохо. Да. Ой, колодец, говорю. Тоннель. Смотри, отдыхает. Хоп-хоп, такой ножкой. Хорошо тебе, да? Явно хорошо. По-моему, слишком хорошо. Эй! Не трогайте меня! Я безобидный! Я безобидный. Чё ты вот мужика обидела? А чё ему тут слишком хорошо, по-моему? Сидит, пусть работает, идёт. Оп. Заманался, скажи, лазить я здесь уже. Разграбьте старую резиденцию папы, чтобы найти святилище Ромула.
получите не более 1 единицы урона. Ха-ха. Ой, я... Ты испугался и ушел? Я отменил случайно, да. Я не согласен, да? Так, принять. Нападать будут? Нам он пока не хотят. Как-то залез наверх. Ну, в принципе, хорошо, что не по времени, но явно подвох в чем-то будет. Возможно, единицы падения отниматься будут. Ну, считаться, в смысле, будут. Скорее всего, да. Сложно, я имею в виду, акробатические моменты могут быть. Почти наверняка. Судя по всему, так и будет. О, сундучок. А как туда влезть? С той стороны он смотрит заход. Хм. Но у нас здесь пока никак. Ага. А я не запрыгну здесь. Ага. Не запрыгнешь. О. Фига тут. Да ну офигеть. Ага. Опачки. Оп, о. Сейчас должно все получиться. Теперь по дверям, видимо. Не отвалится. Стоп, флаг. Как флаг взять? Ага. Это к сундукам. Такая разруха. Все такое опаленное. Угу. Оп. Опа. Ага, теперь я смогу сюда залезть. Ага. Я смогу снова забраться сюда. Хорошо. То есть я пришел куда надо, да? Ну ладно. Ой, не глюч, пожалуйста. Все нормально. Оп, фу, зацепился. Опс. Если я упаду, это мне поможет. Да? Это вот такой позитивный во всем ищет. Только хотел сказать оптимист, однако. Ага. Я так смотрю, вообще, как оно держится, все это, угольки все эти. Да. Еще один флаг. Ладно. Мне-то вообще, конечно, было бы интереснее сундучки. Я знаю, что где-то засушенная голова вот где-то должна быть в логове. Но... Ну, короче, даже если я пропущу, можно не волноваться, я найду потом. Я думаю, по-любому. Сундук, в смысле, должен быть? Да, вроде как. Не пойму, мне спрыгнуть можно? Да, думаю, можно. Ага, вот флаг. Так, сейчас. Ага. Я думал, так просто. Вон корыто висит. Сейчас, по рукам. Нет, не получится. Получится. Хочу на ручки. Ага. Так, 72 флага. И что это было? Почему он просто спрыгнул? Я думаю, что так не задумано было. Мне надо было зацепиться за что-то. Ну, не получилось.
не шмогла. Ай, нет! Фу. Так, еще раз. Вот так. А дальше? Повыше. О, наверное. Влево? Ну, видимо, да. Что такое? Нормально. Хорошо. Я думал, тебе туда надо выше. Ну, а теперь будем, наверное, залезать как? Как-то. Так. А, ну вот здесь, ну, в принципе, да. На балку вот на эту. Контрольная точка. Оп. Опс. А чтоб подняться было? Как нет, вряд ли это нам поможет. Так, погоди, я уже заблудился, если честно. А тут что? Да, там мы бегали, понятно. Но в ту сторону там никуда нельзя пройти? Вот. Да вроде нет. Ну ладно, все тогда. Так-то я вроде других путей тогда не вижу. А где сундуки были? Вот это меня волнует. Они же где-то внизу были. Ну ты уже, я думаю, прошел. Похоже, что да. Там, наверное, и была эта штука, которая тебе нужна. Думаешь? Опс. Почти. Ракурс какой-то очень странный. Вот теперь вопрос, я допрыгну сюда или нет? Нет, не допрыгнешь. Ты уверена? Ну ты... Я думал, ты вон про ту каменную. Я тоже думал про него. Не падать. Сюда, что ли? Нафигеть можно. Это кошмар. Так, вон туда? Там что-то. Там флаг. Флаг. А как? А, знаю как. Нормально. Флаг сундук есть. Дайте. С головой засушенной. Все прощу тогда. Я думаю, мы сундук уже прошли. Там. Не факт. Не факт. Ага. Это чтобы это легче нам... было. Если я упаду, это мне пригодится. Да. О, сундучок какой-то. Удобно так. О, да мы пришли почти. Манифико. Манифико. Ого, манифико. Это что такое там лежит странное? Это не оно как раз случайно? Потому что оно не похоже на сундучок обычный. Но да. Но сверкает. Похоже. И на флаг не похоже. А я думал, в простом сундуке должно. Я тоже думал, может быть, это и не оно, я не знаю. А как туда? С двери, что ли? Да нет. Похоже, что нет. Хотя я могу попробовать сделать. Нет, не могу, похоже. Не. А вообще, как туда попасть-то? Ну-ка, покажи еще раз этот кусочек. С правой стороны сапожка. По окнам, похоже. Как-то вот на ту сторону надо перебраться и...
Ладно, давай смотреть, что у нас тут есть. Пипец, территория. Вниз можно слезть. Ой. Вниз можно слезть, но что это нам даст? Я без понятия. А как? Я хочу взять эти штуки непонятные. Как нам их взять? Так, вот здесь, вижу, можно попробовать попрыгать. Нет, не получилось. Не, ну это мы выйдем обратно. Ну да, тоже. Стоп, а если... Так. И вот так. Я не уверен, что я делаю как надо. Но вроде что-то получается же. Ну да, что-то получается. Но он не хочет передвигаться здесь нормально. Все, застревает. Оп. Фу. Я не мог ничего сделать толком даже. А, его отклинило зато. Дальше. А там тоже что-то лежит? Чёрт ты так, Яш, это? Да я сам. Я думал, все, умерли. Отлично. Тут можно забраться далее. Ничего не поняли, да? А тут оказывается отлично все. Да. Так, а... Что? Сюда, может. А не дальше? Ты не рано перепрыгнул? Я думала, по той стороне, вот по карнизу. Я тоже так думаю, но... А вот, наверное, сейчас вот на эту штуку, да? Потом не обратно. Знаю, не знаю. Паника! Парашют! Черт. Нормально. У нас там все хорошо. Так что, не страшно. Я сейчас по этому карнизу попробую проползти. Мне просто кажется, что здесь как-то не очень-то. А вот выше там нет карниза никакого? А, нет. Нет, нет. Нет. Как-то не цепляется, нет. Да? Не, наверное, все-таки здесь как-то. А вон там внизу уступ есть. Можно здесь, наверное, попробовать? Не хочет. О, нет, не о. Смотри, не цепляется никак. Что-то я не вижу, видимо. Ой, меня так скрючило. А нам, может быть, нам достаточно здесь по низу пройти? Оп. Что-то я мудрю, по-моему, как-то, конечно. Ну да, как-то вообще непонятно. Ну, не знаю, у меня вариантов нет. Я думала, надо вот с этого с парапета перепрыгнуть налево, потом слева опять направо. Ну, вообще было бы логично как-то. Так, а может быть, с той стороны парапета перепрыгнуть на ту сторону? Ну, в смысле, перепрыгнуть. Смотри, там зацепиться можно. Кольцо? Да-да-да. Я думаю, в этом фишка. Точно. Тьфу ты. Ну и все. И вот мы здесь. Ого. Так, сначала сюда. Запас снарядов. Каких снарядов? Без понятия. А чего я сюда пришёл? Кабинет был. Давай посмотрим. Ха. Это чё? Что нам здесь надо? Подняться можно? Здесь можно спуститься. Что такое вообще? Смотреться даже. Тут ничего такого нет, да? Просто так, что ли? Вообще непонятно. Ну, видимо.
Да. Вот такое подозрение, что голову как раз здесь надо найти. Потому что здесь вам все сушеное такое валяется. Ну все, пойдем отсюда. Ага. Есть у меня подозрение, что мы сюда должны были как-то, может, потом попасть. Может. Может быть, я зря не иду туда, куда надо. Но странно все равно. Так, часы. А это не часы, это груз какой-то. Хорошо, а как? А на ту сторону как попасть? И надо ли? С учетом того, что там то же самое лежит. Ну да. Тогда не знаю, я думала, что такое особенное. А, во. Да фиг тебе. Странно. Ты странно, что ли, получается, как-то ползти надо? А вон балки, смотри, поверху идут. Ай. А, паника. Вот здесь перегнуться, наверное, на ту сторону. Вон, люстра. Нет? Не знаю. А где? Нет, перегнуться здесь не получится. Да. Тут без кольца-то не достанет. А здесь кольцо есть. Да. Нет. Стоп, нет. С другой стороны прыгать получается. А люстра тогда зачем? Короче, пошли откроем сначала, посмотрим, что там. А то мы тут так же застряли долго. Придумываем всякое. Нет, все, хана. Я туда не могу пройти, видимо. Так. Я такую штуку видел уже там, наверху. Я тоже такую штуку видел уже там. Это типа лифта скоростного. А стрельнуть, может быть? Да, надо стрельнуть. Тьфу ты, ну ты! Как обычно. Нам нельзя в такие игры играть, мы не понимаем их. Ладно, пошли туда теперь. Все будет гораздо проще, и единичку бы не потерял. Но я потом перепройду, напомню, синхронизацию в любом случае. Это в любом случае. То есть мы прошли так, как это не задумано в итоге, что ли? Почему так? Как мы сюда могли вообще залезть? Видимо. Перемудрили. Ой. Ты что там они руками машешь? А, ну вот снаряды тебе для этого и положили. Вот и люстра. Ну да. То вдруг у тебя не оказалось бы. Он показывает еще. Вот, показывает, куда идти. Вот они, балки эти, про которые я говорил. И что, и как? И там еще этот был, да? Мешок. Там вон он, видишь, висит. Ну, говори, еще один мешок. Да. Ведь там на ту сторону сейчас. По кресту, что ли, поэтому? Похоже, да. Ой, блин, ну это надо. Да, поднимаюсь. Тяп-тяп-тяп-тяп. Да надо, все хорошо, наверное. А, вправо или влево? Наверное, вправо. Фух. Тихо. Люстру сломаем совсем, и она разобьет ворота. По-моему, я не совсем так сделал, как надо, но ладно. Так, и что? И все. Чё, даже не показали. Пойдем, посмотрим. Вот это странно было. Нет. А что сделать надо тогда теперь? Что, я не понял. Мы что-то открыли или как? Ну вообще не показали. Ну, о, да. Сундук. Ну да, сундук. Пригодится.
О, голова. А это тот самый сундук, кстати. Самый первый, который, да? Вот, точно, смотри, точно, отсюда, да. Мы вот отсюда видели. Да-да-да. Ну, хорошо. Это приятная, конечно, новость, но что делать-то? Вон там еще один сундук. На люстру все-таки запрыгнуть, что ли, надо как-то? Ну, люстра не зря пододвинулась, возможно. А зачем? Я не знаю, может быть, она упадет. И ВЦУ скажет, нам это пригодится. Я других вариантов вообще не вижу. Кроме как пытаться с люстрой взаимодействовать. Но я здесь. Здесь не получится. Там мы вырубили, там вырубили. А где еще? Больше не было у нас нигде этого песка. Ой. Полезу еще раз. Возможно, мне вернуться надо было. А, думаешь, где-то на начале что-то могло упасть, кстати? Ну, наверное, я даже не знаю. Вообще обычно как бы показывают. Ну а да, вы как-то... трассу показали. Да. Звук было, от чего, где, не очень понятно. Я почему-то думал, что надо сломать люстру. То есть она тогда упадет и пробьет, допустим, вот. Хотя нет, как-то это нереально. Ну вообще... Да, попробуем. Как-то нет. Я просто отсюда спрыгну, то он спрыгнет не туда, куда надо. А от края, как интересно, можно на нее толкнуть справа? Ну, все плохо. Я имею в виду от стенки как-то. Как? Не знаю. Может, перестрелить надо просто? Так, ну не стреляет же, он не целится туда никак. Попробуем, ну мы как бы и так сейчас попробуем. О, там еще сундук вот прямо у края. Я видел, но он за стенкой. Это... А этот открыт, отлично. Значит, у нас есть все. Я думала, может, решетку можно взять? Нет? Не. А там, а, ну это уже сокровищница, я смотрю. Да нет. Там потому что еще один сундук дальше светился. Раз люстра оторвалась. Не просто же так она оторвалась, правильно? Не просто так. Видимо, где-то еще должен быть мешок, чтобы отстрелить, она оторвется и сломает. Видишь, люстра растянута на этих веревках. Я понимаю, но может там мешок последний. С той стороны, видимо, как раз. Не последний. Ну как-то не последний. Ну что, посмотрим. Там же забросили все равно. Ну да. Оп. Может, от порядка зависит? Хотя нет. Опаньки. Здесь что? Залезать надо по-нормальному. О, блин. Да мы, наверное, поломали просто все скрипты. Возможно. Отлично, тут можно забраться наверх. Да.
Опа. Опс. Фу. Я думаю, все. Опять арбалет переключили. Да что ж такое? Во! Все-таки мы поломали все. Круто. Заключила просто шепта. Угу. Аминь. Можешь, кстати, это, снаряды пополнить. Могу. Вот. Оп. Один арбалетный болт. Да. Массивная такая люстра. Ура. Да, вон они внизу. Вон они, ага. Сейчас все соберем. Хотя, может, это сразу собрать здесь? Ну, загляни вниз. Выход-то куда будет? Посмотри, там можно вообще подняться? А, ну лестница тут, нормально. Не, просто мы зря, может, сюда слезаем. Выход, может, там будет? Ладно, пофиг уж, раз слез. Там еще в решетке было, да? Или это с другой стороны было? Было. Вот здесь. Вот. Золотой слиток. Круто. Наверное. Все? А, вот еще. Пятый ключ. Ну да, вниз. Ну ладно. Ой. До свидания. Спецтерритория. Да нормальная территория. Просто мы поломали немножко игру. Поэтому все так плохо получилось. Не очевидно. Не, ну то есть она как? Масштабная все равно, конечно, территория. Угу. Большая. Такая разруха прям. Прям вот все залы разрухой дышали, да? Это да.